Лисип – великий древнегреческий скульптор эпохи поздней классики, работал во второй половине IV века до нашей эры. Лисип родился в Сикионе, творил в период становления империи Александра Македонского. В искусстве скульптора преобладали сюжеты, связанные с подвигами героев, войной и охотой. Лисип своих героев часто изображал в сложном движении, полными энергии и напряжения. Он выполнил большое количество бронзовых скульптур, в том числе статую Зевса из Тарента и статую Агия. С творчеством скульптора связана статуя «Отдыхающий Гермес» и многие другие. Главное произведение Лисипа – статуя Апоксиомена, сохранившаяся, как и все работы скульптора, в мраморной копии. В отличие от крепких фигур атлетов, принятых в искусстве того времени, стройная фигура Апоксиомена характеризуется легкостью и удлиненными пропорциями. Динамичность скульптуры подчеркивают вытянутые вперед руки атлета. Будучи придворным скульптором Александра Македонского, Лисип исполнил ряд его портретов.